Марка Mercedes представила свой HyperScreen. Это не название свежей модели, а личное именование огромной панели приборов шириной под 1,5 метра, в которую встроены несколько дисплеев и дефлекторы вентиляции. Под стеклом гиперэкрана установлено 12 актуаторов, что создают обратную связь после нажатия виртуальных кнопок. За работу всей системы отвечают 8 процессоров и 24 гигабайта оперативной памяти. Необычная приборка заготовлена для флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS, который увидит свет через несколько месяцев. Притом немцы сразу уточнили, что HyperScreen будет платной опцией. И продолжая тему электронной мобильности. Китайская компания NIO презентовала седан ET7. Нам этот проект прежде всего интересен твердотельной батареей емкостью 150 кВт-часов, которая обеспечит новинке запас хода более 1000 км. Сама модель, по габаритам похожая на баварскую семерку, оборудована парой электромоторов с суммарной отдачей свыше 650 сил. Этого хватает, чтобы разогнать седан до первой сотни за 4 секунды. Помимо динамики, первый легковой NIO готов похвастаться совершенным автопилотом, зрение которому обеспечивают 33 различных датчика, а полученную информацию обрабатывает мощнейший 48-ядерный процессор. Другая гордость разработчиков – инновационный материал из тропического ротанга. В интерьере он должен заменить традиционные сорта пластика. В общем, китайская семерка удивляет буквально во всем, включая цену. Впрочем, ценник вышеупомянутой версии, способный отмахать 1000 км на одной зарядке, мы узнаем через 1,5 года. А пока для заказа доступны батареи на 70 и 100 кВт-часов, что тоже немало. Мы уже привыкли, что гаджетоманы могут за несколько часов скупить весь тираж какой-нибудь электронной новинки. А вот китайский старт Tesla Model Y показал, что такое возможно и в мире автомобилей. За первые 10 часов жителями Поднебесной было отправлено больше 100 тысяч заявок, хотя базовый вариант модели стоит минимум 52 тысячи долларов. Добавим, что производство паркетников Model Y ведется здесь же, в Китае.